Ребят, это продолжение моей уборки. Я сейчас разделила вещи вот из этого шкафчика. Там у меня летние лежат, я их даже трогать не стала. Я, в общем, из этого шкафчика разделила вещи. Это первое, это футболочки, они у меня все здесь. Это все, что относится к школе. Это то, что, ну, штаны, в общем. А это все то, что не надо вешать. В общем, сейчас я это все буду... Получается, вешать или ложить в шкаф, и потом вам покажу конечный результат, чтобы это видео не затягивалось сильно долго. А когда я буду убираться на столе, я обязательно это буду делать с камерой. Вот таким образом у меня получилось. Здесь все, что надо вешать. Здесь школьная форма, футболки и всякие штаны. Здесь у нас находится для горла вещь, ну, чтобы под куртку одевать. Здесь всякие рукавички и здесь шапки. Внизу у нас находится домашняя одежда, там халат с полотенцем, ну, а здесь, в принципе, штаны, которые не надо вешать. Вот таким образом я прибралась. В этот и этот шкафчик я даже заглядывать не буду, потому что я ими не пользуюсь. Ну, в принципе, вот так. Этот шкаф можно закрывать. Следующий я буду убираться вот здесь, потому что здесь тоже, мягко говоря, не очень. Я, наверное, приберусь и тоже вам покажу результат, потому что статив мне здесь некуда ставить, чтобы вам показывать, как я буду убираться. Ну что, поехали. В принципе, я убралась, здесь, в принципе, было чисто, ну и здесь тоже. Это заняло у меня буквально 2 минутки, чтобы здесь все разложить. Я ничего сюда даже не добавляла. Сейчас включу свет, чтобы вам было видно. Вот. В этот шкафчик я даже тоже лезть не буду. Здесь у меня куклы и, в общем, вот. Это очень долго прибираться. Возможно, в конце я уберусь у них. В следующем мы переходим к моей кровати. Здесь тоже, ну, такое себе. Сейчас я здесь все застелю, наверное. Я поставлю штативчик и все. Ребят, вот так, теперь кровать, и плавненько переходим к полу, потому что после приборки пол это самое грязное. Ну, наверное, это все мы сделаем в конце насчет пола. Сейчас переходим к столу. В шкафчиках я тоже буду прибираться, здесь тоже грязненько. Здесь у меня шкафчик тоже очень грязный. Ну, в принципе, здесь даже прибираться нечего, я им не пользуюсь. Ну и шкафчик хомячков я тоже трогать не буду. То есть, по сути, нам надо прибраться вот в этом ящичке и на столе. Давайте начнем с ящика. Сейчас поставлю штатив и будем убираться. Ну вот, я прибралась на столе. Здесь вот так теперь чистенько. Переходим к подоконнику. Это, наверное, самая грязная часть. Я не знаю, куда поставить штатив. Наверное, как-то вот так сначала, потому что я буду прибирать сейчас в этой части. Сейчас возьму тряпку, распылитель. Давайте начнем. Ребят, здесь я буду вот так прибираться без музыки, потому что штатив как-то в шкафу не очень удобно устанавливать. Первая вот эта коробочка, но в ней я тоже ничего не трогать не буду. Здесь у меня лежат игрушечки. Правда, сюда я добавлю спиннер и второй спиннер. И все. В принципе, в этой коробочке все. Я ее поставлю в угол. Ну, в общем, вы потом это все сможете увидеть своими глазами. Далее эта подставочка, в ней тоже, в принципе, особо нечего убирать. Здесь положить сюда очки, селфи-палку и, в принципе, штучку от наушников. Это, наверное, все. Ну и вот таким образом мы уже убрались. Да, здесь, в принципе, тоже не особо было грязно. Но сейчас мы перейдем ко столу, но только сначала я вам покажу.
Вот, как вы видите, здесь очень чисто. Осталось сейчас здесь протереть только быстренько. В общем, сейчас к вам вернусь. Ребят, ну и осталась самая грязная часть, это пол. Давайте начнем. Наверное, сначала я приберу немного вот здесь. Ну, хоть здесь почти нечего прибирать, но все равно. Все, я уже прибралась здесь. Сейчас я вытащу все из этих рюкзаков. И, в принципе,
Вот здесь тоже все сделала. Сейчас я поставлю штатив как-нибудь. Так что... Да, господи, почему здесь все постоянно падает? Первое, это вот этот рюкзак. Но здесь, в принципе, ничего и нету. А хотя вот здесь... Вот, я нашла зеркальце. В общем, этот рюкзак пустой. Дальше у нас идет вот этот рюкзак. И в нем, правда, очень много всего. Потому что я его еще не разбирала. Первое, здесь такие раскрасочки. Блокнотик, ключики, резиночка, помадка. Ну и в принципе все. Сейчас большой отдел. В большом отделе у нас находится пенал, блокнотик, штучка для поездки, которую я вам показывала в видео, и бутылочка водички. Также расчесочка. Два зарядничка. Это все наполнение рюкзака. Он тоже пуст. И остался у нас последний рюкзак. Это вот этот. В маленьком кармашке у него находится ничего. Во втором здесь вот такие вот всякие штучки. Ну, в общем, листочки. Ну и кошелечек. Здесь все пусто. В большом кармане ничего нет, ну и в боковых тоже. В принципе, он тоже пуст. Сейчас все эти вещи я разложу и вернусь. Ребят, я уже полностью прибралась. Вот шкаф, в общем, вся моя комната. Вот, то есть все чисто. И классно. Сейчас всем пока, подписывайтесь на мой канал внизу и ставьте лайки.